И мы продолжаем наш выпуск. В Петропавловске стартовала акция «Линия жизни». В первый день кампании телефоны с тревожной кнопкой получили свыше 10 ветеранов войны. На очереди еще более 100 фронтовиков. Подробности в нашем сюжете. Приходу гостей в доме Васютиных все готово. Юбиляр в парадном пиджаке, на груди награды. За отвагу и героизм по 2 ордена Отечественной войны и Красного Знамени. С тех пор, как стало сложно передвигаться, Афанасий Васютин достает костюм редко. А сегодня случай особый. С раннего утра ветеран принимает поздравления с 95-летием. Специально к именинам из России приехали родные. Их у ветерана много. Впрочем, здоровья и долголетия виновнику торжества желают не только близкие друзья, но и представители городского совета ветеранов. Желаем долгих лет счастливой жизни, внимания, тепла и заботы родных и близких. Сегодня мы еще вам вручаем тревожную кнопку. Если что-то случится в квартире, будете вызывать по этому телефону. Подарок фронтовик освоит быстро. Этим утром Афанасий Иванович уже изучал планшетный компьютер. Афанасий Васютин все чаще вспоминает о войне, о боевых товарищах, с которыми вместе освобождал Украину, Польшу, дошел до Германии. Про таких, как артиллерист Васютин, обычно говорят, родился в рубашке. Однажды на поле брани от смерти солдата спасли хлеб и вода. Я строчил по убегающим фашистам. У меня уже кончились патроны. Один из фашистов стал на колено и с автомата прострочил у меня. Много пуль попало, но у меня была продовольственная сумка с мерзлой булкой и фляга воды. И все пули были в этой мерзлой булке. Победу Афанасий Иванович встретил в Чехословакии. В 1947-м демобилизовался и продолжил учить детей русскому языку и литературе. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.